Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артём, и сегодня мы будем делать замечательный комплексное жиросжигание. Это займет у вас всего лишь 10 минут, не потребуется никакой инвентарь, все что нужно, это ваше желание. Включайте это видео вместе со мной, делайте упражнения вместе со мной. Итак, поехали! Так, начинаем наш жиросжигающий комплекс упражнений. Все упражнения очень простые, нужно всего лишь 2 квадратных метра для их выполнения. Все упражнения мы делаем 30 секунд, с перерывом 5 секунд для смены позиции и подготовки для следующего упражнения. Готовимся. Первое упражнение у нас будет — это ноги вместе, ноги врозь. Отличное упражнение для того, чтобы начинать любой комплекс упражнений. Так, поехали. 30 секунд. Каждый делает в своем ритме. Кто может быстрее, замечательно. Кто может не так быстро, ничего страшного. Вы все сможете. Отлично. Хорошо. Прыгаем. Все упражнения очень простые. Замечательно. Следующее упражнение будет у нас бег с высоким поднятием колена. Так, поехали. Кто не может пока еще высоко поднимать колени, ничего страшного, бегаем с низким поднятием колена. Каждый делает по своим возможностям. Главное, не забывайте про выдох. Выдох – это очень важная часть каждого упражнения. Замечательно. Перерыв. Следующее упражнение у нас будет бег с захлестом. Стараемся дотронуться до ягодиц. Замечательно. Спину держим ровно. Бегаем на носочках. Следующие упражнения будут полегче. Так. Замечательно. Следующее упражнение. Готовимся. У нас будет просто удержание в упоре лежа. Значит, становимся в такую позицию, удерживаем 30 секунд. Замечательно. Хорошо. Просто удерживаем. Отлично. Теперь будем делать прыжки из стороны в сторону. Воображаем линию и прыгаем через нее. Ноги вместе. Отлично. Хорошо. Молодцы. Давайте, давайте. Замечательно. Супер, следующее упражнение у нас будет скалолаз. Каждый делает по своим возможностям. Если делаете пока медленный скалолаз, делайте его, потом потихоньку ускоряемся. Молодцы. Следующее упражнение. Садимся в присед и будем удерживать такую позицию. Присед. Я напоминаю вам, что колено не выходит за носок. Удерживаем. Носки смотрят слегка наружу. И стараемся удержать 30 секунд. Поначалу это может быть очень непросто, но постарайтесь. Если не получается, просто встаньте, передохните и сядьте снова. Хорошо. Замечательно. Следующее упражнение. Делаем выпады. Отлично. Выпады делаем не спеша. Кто сколько сможет. Замечательно.
замечательно. Шикарно. Делаем ноги вместе, ноги врозь. Последнее упражнение. Отлично, отдыхаем 30 секунд. Ух. И будем готовиться к началу следующего сета. Отдыхаем, главное насытиться кислородом. Погода сегодня прекрасная, не жарко, облачно. Главное, чтобы дождя не было. Так все замечательно. Отлично, будем начинать делать наше упражнение. Поехали! Ноги вместе, ноги врозь. Молодцы, давайте, давайте. Замечательно. Следующее упражнение – бег с высоким поднятием колена. Давайте, давайте, последний сет. Их всего было два, но все равно последний. Отлично. Следующее упражнение. Бег захлестом. Молодцы. Давайте, давайте. Хорошо. Так, готовимся к следующему упражнению. Удержание упора лежа. Отлично. Хорошо, держим. Следующее упражнение. Прыжки в сторону. Поехали. Ноги вместе. Прыгаем в сторону. Замечательно. Работаем. Следующее упражнение скалолаз. И поехали. Молодцы, давайте, давайте. Ух, молодцы. Следующее упражнение делать. Садимся, удерживаем присед. Отлично. Спину держим ровненько.
замечательное упражнение для ног. Хорошо. Удерживаем. Отлично. Следующее упражнение. Выпад. Замечательно. И последнее упражнение в сегодняшнем комплексе. Будут у нас ноги вместе, ноги врозь. Стараемся выполнить на максимум. Молодцы! Давайте, давайте! Замечательно! Вот мы и закончили этот классный комплекс упражнений на жиросжигание. Молодцы! Мы закончили этот классный комплекс упражнений на жиросжигание. Так, надеюсь, вам понравилось. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артём. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы. Всем пока!